Грация! 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 Люди показывают, что мы мирные. Мы просто мирные люди. И ребятам показывают. Да посмотрите на них. Это не те ОМОНовцы, которые били там 2-3 ночи. Это нормальные люди. Они военнослужащие стоят, но он не будет нас бить. А то, что предлагали эти господа, уходить и все остальное, это накаливание обстановки. Нет? Давайте вот чуть отойдем немножко. Я нервничать начинаю, когда такая красота ко мне подходит. Нервничайте, все будет хорошо. Как мы пережили? Нам было бы очень больно. Как может женщина простить, когда ее детей бьют, когда они погибают? Мне было очень больно, мы плачем, мы не спим уже. Вот как бы с воскресенья мы не спим. Дети мои, они вот меня тянут, я боюсь. Я вместе с ними бежала от гранат. Они разбегались, в итоге я своих детей потеряла, а сидела под деревом с каким-то мальчиком 10-летним, который, не знаю, как оказался без родителя, у которого дрожали губы, до сих пор его лицо перед моими глазами. И это страшно. Ну, наконец-то нам дали собраться на площади Незалежности, потому что мы были вынуждены собираться где угодно. У меня возле дома мы не могли выйти даже к станции метро. Прямо вот на несколько шагов от дома отошли. Люди шли некоторые с метро, с Грушевки, некоторые просто на велосипедах катались. Высыпается ОМОН, человек 10, и кладут людей, которые на велосипеде катались, просто катались. Наша доблестная милиция, или кто они там, как, ну или как их по-другому еще назвать. Ну что, люди работают очень сложно, очень тяжело. Ну... Я лічу, што на сённяшні дзень вельмі важным было паставіць пытанне аб адстаўцы міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, намесніка міністра ўнутраных спраў, які адказвае за грамадскі парадак у нашай краіне, начальніка дэпартамента па выкананню па турмам і па ўсіх установах, дзе знаходзяцца затрыманыя. Бо фактычна яны дапусцілі парушэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь у адносінах грамадзян Рэспублікі Беларусь.